Всем привет! Вы на канале «Готовим дома». Сегодня приготовим салат с печенью трески и капустой. Салат готовится очень просто и получается легким и нежирным. Сначала подготовим все ингредиенты. Нарезаем примерно 400 грамм пекинской капусты, 2 свежие моркови трем на крупной терке, 1 свежий огурец среднего размера нарезаем брусочками. Мелко нарезаем небольшой пучок свежего укропа и зеленого лука. 4 вареных яйца нарезаем кубиками. 1 консервную банку печени трески тоже режем небольшими кубиками. В миску кладем нарезанную капусту, тертую морковь, огурцы, зеленый лук, укроп, нарезанные яйца и печень трески. Салат солим по вкусу. Заправляем 2-3 столовыми ложками майонеза. Все перемешиваем. Салат с печенью трески и пекинской капустой получился легким, хрустящим и очень вкусным. Такой салат отлично подойдет на праздничный стол и разнообразит ваше меню. Если вам понравился такой легкий рецепт салата, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.